13 человек погибли, в том числе трое детей. После обстрела азербайджанского города Генджа с территории Армении пострадали 52 человека. Стреляли ракетами «Скат» из комплекса «Эльбрус», атаковали около полуночи по московскому времени. Снаряды падали в густонаселенных районах города. Разрушены в общей сложности более 20 домов. Аллахум ярдым эйлин, Раббим ярдым эйлин, Аллахум ярдым эйлин. It was night, bloody sight. Mother who was looking for her baby, unfortunately found its lifeless body. Pray for Genja. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. Unfortunately found its lifeless body.